Здравствуйте. В библейском портале «Экзегет» мы ведем речь о пророках. Сегодня приступим к некоторому, ну, если не разбору подробному, то такому обзору книги пророка Исаии. И остановимся для начала на словах из 21 главы, в которых объясняется суть этого служения пророческого. «Кричат мне Сеира, сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» Сторож отвечает: «Приближается утро, но еще ночь». Приближается утро. О чем можно так сказать? Вернее, о ком? О Христе. Мы слышим в песнопениях церкви о Христе такие слова: «Восток востоков», или «Заря», или «Свет истинный». А пророка Исаию многие святые отцы именовали ветхозаветным евангелистом. Именно в такой новозаветной перспективе интересно и даже удивительно читать книгу пророка Исаии. В православной службе пророку Исаию, она служба совершается 22 мая по новому стилю, 9 по старому, в тот же день, когда и святителю Николаю Чудотворцу. Вот в этой службе пророка Исаии есть такие слова: «Придите ныне света пророческого дарования желающие, принять книгу усердно Исаии, благоразумия исполненную, твердым желанием внимаем, до божественной зари исполнимся». Кирилл Александрийский, он так высказался о пророке Исаии: «Исаия есть вместе пророк и апостол. Его пророческое изречение имеет ясность евангельской проповеди». А в книге Иисуса, сына Сирахова, о Исаии сказано так: «Великим духом своим он провидел отдаленное будущее и утешал сетующих в Сионе. До века возвещал он будущее и сокровенное прежде, нежели оно исполнилось». Вот именно возвещал, не предсказывал, как какой-нибудь прорицатель, а возвещал то, что Богу угодно было возвестить своему народу. Исаия говорит о себе, что он сын Амоса, а Амос же, по преданию, был сыном царя Иоаса. Итак, Исаия – человек из привилегированного круга общества, образованный, и текст его не просто, так сказать, литературно гладок, но очень в таком высоком и совершенном, можно сказать, литературном стиле, и многие тексты написаны в стихотворной форме. Родился он во второй половине VIII века до н.э. при царе Осии. В книге пророка Исаии усматривают авторство двух, а иногда и трех авторов. Но для вероучительного содержания книги это не имеет значения, во-первых. А во-вторых, мы должны вспомнить, что евангелист Матфей, цитируя слова из 42 главы книги пророка Исаии, то есть уже из второй ее половины, относит их именно к Исаии, не к кому-нибудь другому. Также и евангелист Лука рассказывает, как Иисус читал из книги пророка Исаии, а это был текст из 61 главы, я напомню его сейчас. «Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: „Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное“. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех устремлены были на него, и он начал говорить: „Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами“». Вот где находит свое точное объяснение смысл слов пророка Исаии. Через 700 приблизительно лет после сказанных тогда им слов устами самого Христа Иисуса. Сразу отметим, что сам Иисус указывает на мессианский смысл книги пророка Исаии. Итак, для евангелистов и первые и последние главы этой книги связаны с именем своего пророка. Он пророк веры.
Среди тяжелых кризисов, переживаемых его народом, он призывает уповать на одного лишь Бога. Это единственная возможность спасения. Он знает, что испытание будет тяжким, но надеется, что сохранится остаток, царем которого будет Мессия. Исаия – величайший из мессианских пророков. Так о нем толкует, например, в комментариях Библия, признанная Русским библейским обществом в 2008 году. Вот вам пример из 28 главы пророка Исаии. «Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Те, кто часто присутствует на службе в церкви, узнают слова церковного песнопения. «Камень краеугольный, от несекомой горы, горы отсеченный». На Христе Иисусе сбывается это пророчество. Апостол Павел так пишет об этом Эфесянам. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». То есть эти эфесяне, жители малазийского города, далекие от иудейской традиции, которым в свое время к иудеям пришел проповедовать Господь Иисус. Так вот, он говорит им: вы не чужие Богу, вы сограждане святым, то есть тому избранному народу, и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков и имея, как говорит Павел Эфесянам, самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Вот Павел пользуется тем же образом, каким передает Исаия это явление Мессии. Сион – место встречи с Богом, место заключения завета, то есть договора о верности с Богом. Это символ самого Израиля, как народа Божия, и символ судьбы Израиля. Мессианское содержание пророческих слов прямо указывает, связывает их с Новым Заветом. Пророк начинает свое повествование так. «Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме в дни Озии, Иоафама, Ахаза, Иезекии, царей иудейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит». Исаия обращает свою проповедь ко всей вселенной. Оппозиция небеса и земля говорит обо всем мире, но не только о окружном пространстве, но и обо всем временном протяжении. И к нам таким образом обращает Исаия свою речь. Устами Исаии ведь говорит сам Господь. Это он обличает нечестие народа гневным жесткими словами. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны гибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад». Это в первой главе Исаии. Вы слушаете, какие гневные слова, какая, так сказать, немирная, так сказать, не смягченная речь, а наоборот. И у других пророков мы это услышим. Она подчеркнута жестко, горько, гневно, обличительно, можно сказать, даже иногда ругательно. Потому что сам пророк не просто, так сказать, бездушный какой-то инструмент передачи не своих речей. Он живо участвует всем своим опытом, верой своей, преданностью Богу в том, какие слова передает от имени Господа. И народ нуждается в том, чтобы возбудить его совесть, возбудить совесть. «Повернулись назад», – говорит Исаия, – то есть, значит, изменили, отреклись. Вот в чем грех. Ведь народ Божий не должен оставлять своего Господа. Вот в этом особенность той веры, религии откровения, которая отличает эту веру от всех других религий. Другие религии учат человека послушаться какому-то божеству, и в этом послушании, в этой, так сказать, дисциплине, может быть, подчиненности, зависимости и состоит вся добродетель религиозная язычника. Для иудея
личная верность. Недаром первая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. Любовь не может быть насильной, формальной или чисто обрядовым каким-то жестом. Она есть искренняя преданность. И отступление от Бога – это именно предательство. Мы будем с вами еще об этом говорить, когда будем читать Амоса или пророка Осию. Исаия как будто бы снова через Исаию Господь кричит: «Адам, где ты? Где ты, человек? Ты мой человек, ты мой образ». Исаия требует прекратить угнетение бедных, ненавистничество и беззаконие. Но не социальная справедливость – идеал пророка. Она – это идеальная справедливость. Есть просто следствие верности Богу. Устами Исаия Господь как будто бы иногда отменяет собственные подробные установления о жертвах и праздниках. Вот какие слова передает через Исаию Господь. «К чему мне множество жертв ваших? – говорит Господь. — Я пресыщен всесожжением овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование». Речь Бога такая-то ревнивая, гневная, потому что это возвращение к личному общению с человеком. Исаия возвращает жертвам их истинный смысл. Жертва – знак верности. Беззаконные пусть не надеются своими жертвами удовлетворить Бога. Этими словами пророка Исаии начинается чтение «Прими Великого Поста» уже в понедельник первой недели. Вот в течение поста мы прочитываем пророка Исаию, книгу «Притч», книгу «Бытия». Такие вот из главных разделов Библии читаем важные книги, чтобы мы поняли, что жизнь церкви неразрывно связана с той священной историей, которая началась, как только человек отозвался на призыв Божий. И церковь таким образом указывает путь исправления жизни навстречу Пасхе, призывает очиститься, чтобы совершилось наше спасение. У Исаии такие слова: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову, тогда придите и рассудим», – говорит Господь. И совсем тоже, ведь мы как будто бы читаем в неделю страшного суда, то есть в то воскресенье, которое за неделю до начала Великого Поста, в 25 главе у апостола Матфея, в Евангелии Матфея, о разделении праведных и неправедных, как овец и козлищ. «Тогда придите, рассудим по вашей правде». Честно говоря, этот инструмент, данный от Бога человеку, совесть, которая не может обмануть, вернее сказать, не должна обмануть, если она есть, она не должна зависеть ни от чего, ни от чего, ни от внешних, ни от внутренних каких-то причин. Зависеть она может только от правды Божьей, и тогда она указывает верный путь. Удивительно переданы в Ветхом Завете, в частности, у Исаии, отношения Бога со своим народом. Они подобны супружеским, как основанные на верности и любви, совершенно иначе, чем в языческих мифах, где, собственно, отношений-то и нет. Ревность, вызванная любовью, слышится в таких словах: «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия? Правда обитала в ней, а теперь убийцы?» Пророк завещает суд ради исправления, ради истребления порчи. Вот такими словами. Это все из первой главы. «Посему, говорит Господь, Господь Цваоф, сильный Израилев, удовлетворю я себя над противниками моими и отомщу врагам моим. Я обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое, и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе: город правды, столица верная».
Богу дорого то, что Он сотворил, свой образ и подобие дав человеку. Богу дорого тот дух истины, который человек может принять, усвоить и развить в себе, и он не попустит порчи этого духа в человеке. И не только обличение, но восхищается и торжество правды устами Исаии. Вот из Исаии. «Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою, и будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковля, и научит он нас своим путем, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господня из Иерусалима». Пророчество это исполнено тем верным остатком, истинным Израилем, который пойдет за Христом Иисусом. По толкованию Василия Великого, под горой Дома Господня следует понимать Церковь Христову. Он же, Василий Великий, разъясняет то место в 7 главе книги пророка Исаии, которое вызывало недоумение, а именно о рождении Девы, то есть о рождении Девою Эммануила. Эммануил, помните, в переводе, значит, «С нами Бог». Вот этот текст. Связан он вот с чем. Желая царя убедить в правоте Бога, в необходимости следовать Божьему указанию, пророк говорит, «Господь сам пошлет вам знамение». И произносит такие слова. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». На него ссылается евангелист Матфей, повествуя о Рождестве Христа Иисуса. Вот так в первой главе евангелиста Матфея. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог».» Еврейское слово «альма» можно понимать и как молодая женщина, и как дева. Именно так переведено у 70 толковников в том греческом переводе, который, как вы знаете, сделали 70 переводчиков-толковников. Они перевели «дева». Святитель Василий Великий так объясняет правильность этого перевода. «Удивительно ли, – говорит святитель, – что одна из многих женщин, живущая с мужем, стала матерью отрока? И как рожденная от похоти плотской могло бы быть наименовано Эммануилом? Поэтому, если даруемое есть знамение, то и рождение да будет необычайно». Мессианский смысл пророчества Исаии здесь очевиден. Этот смысл был особенно актуален во время бедствий, когда и произнесено было это пророчество, а именно при царе Ахазе. Этот Ахаз настолько перешел к идолопоклонству, что закрыл храм, жертвы приносились перед алтарем финикийского божества Молоха. Богатства храма перешли в дань Феглафелласару, ассирийскому царю. Это описывается в 4 книге царств. И Исаия предупреждает о бедствиях, какие сойдут на иудеев за богоотступничество. Он говорит, и сказал он, то есть Господь, «Пойди и скажи этому народу, слухом слышите и не уразумеете, очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И сказал я, «Надолго ли, Господи?» Он сказал, «Доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, но, как от Теревинфа, и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее». Итак, Исаия пророчествует о будущем, которое ожидает народ
по прошествии многих испытаний, гонений и бедствий. И будущее это, как мы знаем, указывает на Церковь Христову. И в грозных обличениях, и в пророчестве о каре Господней у Исаии есть слова утешения. Правда Божия совершится как в наказании за измену, но так она совершится и в милосердии Божьем ради святого остатка в народе. Не из Иерусалима, но из земли отдаленной, умаленной в прежнее время, как сказано, земли, воссияет свет. Вот эти слова. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Так в 9 главе Исаии. А мы слышим эти слова Великим постом, песнопении, и они о Христе. Владычество его на раменах его. Что значит? То есть, то, чем он владеет, вернее, те, кем он, кому он Господь, их он несет на плечах. Это пастырь добрый, владычество его. То есть, те, кто ему принадлежит, те у него на плечах. Это пастырь добрый, нашедший заблудшую овцу. Так Господь и посылает пророков, чтобы эти заблудшие овцы, эти потерянные люди вернулись к Нему. Ревность Господа Саваофа движима любовью. До следующих встреч. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.